Здание, которое называется Willis Tower. Вот это вот самое высокое здание в Соединенных Штатах Америки. Оно было самым высоким по величине до недавнего времени, сейчас в статусе пятым после Арабских Эмиратов, когда в Арабских Эмиратах подняли здание. Это здание стало уже не самым высоким, но тем не менее самым высоким в Соединенных Штатах Америки. Willis Tower. Мы подошли, сейчас будем заходить, и уже репортаж я буду вести изнутри. Вот еще называют Sky Deck. Sky – небо, Deck – балкон, наверное, да, балкон. Здравствуйте. Я спрашиваю Жак, мы сейчас на лифте поедем? Он говорит, ну как хочешь, можно пешком на 108 этаж пойти. Ой. Ну везде подкалывает меня во всем. Сегодня среда, народу немного, слава богу, потому что иначе здесь мне руками машут. Sky Deck open. Открыт небесный наш балкон. Поехали. Так, мы вышли на каком-то этаже. Может быть, это какая-то мини-экскурсия будет сейчас. Не знаю. Вот. 103 этажа. Проходим к кассе, чтобы показать наши электронные билеты. Есть информация на стенах. Все так просто. Когда народу много, вот здесь вот такой вот змейкой люди подходят к кассе. Сегодня никого нет, среда, час дня. Такие вот интересные фото, как люди на этом балконе фотографируются, снимаются. Даже так? Как интересно. Лифт на 103 этаж поднимается за 60 секунд. За одну минуту. Жарочка, сколько ты можешь подхихикивать надо мной? Вот скажи, а? Хихикивает. Знаешь, какой скайп? Мне все нравится. Аж уши закладывает. С такой скоростью летит. The tower opened its doors in 1973 and held the title of the world's tallest building for 25 years. The West antenna is 730 feet above the Chicago streets. We're now passing 850 feet in San Francisco's Trans-America Pyramid, 970 feet in the Yokohama Marriott Tower, Japan's tallest building, 1,062 feet in Paris's stunning Eiffel Tower, the Bank of China Tower in Hong Kong, 1250 feet in the Empire State Building in New York. And now we're here. Итак, мы на высоте 412 метров. Добро пожаловать. Мы на 103 этаже. 103. 103, да? Или 130? На 103. 103, 103 этаж. 103. Да, 103 этаж. Сейчас там освободится балкон смотровой. Вот отсюда видно сразу 4 штата. Вот наш штат Иллинойс и еще 4 штата близлежащих штатов Америки. Там народ скопился возле смотровой башни, которая с прозрачным дном. На высоте птичьего полета мы сейчас находимся, вот озеро Мичиган. Какие дома кажутся маленькие, даже те, которые очень высокие, все познается в сравнении на самом деле. Вот сейчас вот она,
река Чикаго, Ривер. Ну что это? Какой-то ручеечек. Вот озеро Мичиган. Но озеро Мичиган, правда, впечатляет, потому что берегов напротив не видно. Прям настоящее море. Почему назвали его озером? Оно действительно огромное, нескончаемое. Are you ready? Я готова. Сейчас мы будем прыгать с тобой. Представляешь, на высоте 400 метров без дна. Красота какая. Вот на фоне озера Мичиган какие. Вот сейчас только что я через вот это сооружение посмотрела в приближении. Ну, через камеру, к сожалению, не видно, да? Не к сожалению, собственно, эффект, конечно, не будет. Вот Чикаго, вид сверху. Вот это вот уже считается окраина Чикаго, а вот это вот центр, даунтаун называется, где мы живем. Все, кто живет в Чикаго, не в центре, мечтают попасть в даунтаун. Но здесь очень дорогое жилье, очень дорогое проживание. Здесь все очень и очень красиво. Хотя свои преимущества, конечно, везде есть. Кому-то больше за городом нравится жить. Мне нравится жить в центре, в даунтауне.